В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск «Амши Кушара». Здравствуйте. Сегодня в выпуске. На высоком уровне в Сухуми пройдут третьи международные иналыповские чтения. О Чамчира энергоснабжение. Актуальный репортаж программы. Комиссия по наводнению. Администрация столицы продолжает принимать заявления на возмещение ущерба от стихии. Семь лет назад, 9 сентября 2009 года, Венесуэла признала независимость Абхазии. Сегодня вице-президент Виталий Габния направил президенту Боливарианской республики Венесуэла Николасу Мадуро Моросу приветственный адрес в связи с днем признания независимости Республики Абхазия Боливарианской республикой Венесуэла. Наш народ высоко ценит решение о признании независимости Республики Абхазия, принятого в сложных условиях международного давления. Убежден, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для постоянного укрепления дружественных связей, вытекающих из воли народов, отмечается в частности в приветственном адресе. И сегодня же вице-президент Абхазии Виталий Габния принял делегацию Венесуэлы во главе с временным поверенным посольства Боливарианской республики Венесуэла в Российской Федерации Альваро Энрике Кардеро. Приветствуя гостей, вице-президент Абхазии подчеркнул значимость для Абхазии дружественных отношений с Венесуэлой. Габния выразил надежду на то, что Венесуэла, признавшая независимость Абхазии, и в дальнейшем будет оказывать поддержку нашей республике. Так же, как Абхазия со своей стороны готова оказывать поддержку Венесуэле. Альваро Энрике Кардеро поблагодарил за солидарность и поддержку, которую оказывают Венесуэле правительство и весь народ Абхазии, и выразил надежду, что на дальнейшее сотрудничество. Он отметил, что сегодня Венесуэле как никогда нужна поддержка абхазского народа. В завершение встречи Виталий Габния передал делегации приветственное письмо от президента Абхазии Рауля Хаджимба. Вице-президент Виталий Габния принял чемпиона мира по кикбоксингу Энрике Аргун. Абхазский спортсмен, выступающий за Россию, Энрике Аргун стал чемпионом мира по кикбоксингу в разделе лоу-кик весовой категории 54 килограмма, одержав победу на чемпионате мира в Дублине. Вице-президент Виталий Габния поздравил с победой спортсмена, а также вручил ему от имени президента республики денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. По словам вице-президента, спортсмен всегда может рассчитывать на поддержку со стороны руководства республики. Кроме того, Виталий Габния поблагодарил тренера чемпиона мира Джона Тумава за проделанную работу. Энрике Аргун отметил большую поддержку абхазских болельщиков. Люди смотрели бой в прямом эфире, потом мне звонили, писали, поздравляли. Я не ожидал такой большой поддержки, сказал Энрике. Спортсмен рассказал о ближайших планах на будущее. По его словам, в следующем году он собирается принять участие в чемпионатах России и Европы. Принять активное участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации граждан России, проживающих в Абхазии, призвал на встрече в клубе избирателей чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации пройдут 18 сентября. На территории Абхазии в этот день будут работать 9 избирательных участков. По решению ЦИК России, каждый район Абхазии закреплен за отдельным одномандатным округом России. В Абхазии около 90 тысяч избирателей, граждан Российской Федерации, которые имеют право участвовать в выборах в Госдуму России. О предстоящих выборах в Государственную Думу Российской Федерации говорили сегодня и в администрации Чемчирского района. Глава района Хрипс Джопуа заявил о намерении сделать все, чтобы голосование прошло без происшествий. Кроме того, на встрече с главами сельских администраций шла речь и о проблеме, с которой сталкиваются во всех районах страны. Это неуплата за потребленную электроэнергию. Как сказал директор Черноморэнерго Аслан Басария, который принимал участие во встрече, не оплачивая электроэнергию, люди не вправе требовать ее бесперебойную подачу. Смур продолжит тему. Перед началом заседания глава администрации Чемчирского района Хрипс Джопуа сообщил, что совсем скоро пройдут выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Процесс голосования для жителей Чемчирского района, который является гражданами России, должен пройти без каких-либо происшествий. Участок у нас образован при Чемчирской школе номер 2. Участок открывается в 8 и закрывается в 8. Вот, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Абхазии, имеющие абхазское гражданство, вот,
надеюсь, что они примут самое активное участие в голосовании. И вы в этом будете верными помощниками и организуете эту деятельность. Далее собравшиеся перешли к обсуждению основного вопроса. В Ачимчирском районе 27 сел, и ситуацию с их энергоснабжением на сегодняшний день можно назвать критической, отмечалось на заседании. Провода и трансформаторы давно устарели, а многие и вовсе вышли из строя. Сегодня ни у государства, ни у районной администрации нет средств на их полную замену. Районное управление Черноморэнерго по сей день своими руками делает все возможное, чтобы население не осталось без электричества. С начала года отремонтировано 22 трансформатора, дополнительно установлено 11 трансформаторных подстанций, перенесено в центр нагрузки 2 трансформаторных подстанции, построено более 4 километров новой линии электропередач 10 кВт и более 7 километров линии электропередач 0,4 кВт. По району установлено опор около 600 штук. Кроме этого, филиал осуществляет постоянную работу по эксплуатации оборудования. Еще одна многолетняя проблема, которая на сегодняшний день существует практически во всех районах республики, это неуплата за электричество. Есть семьи, которые не платили за потребленную электроэнергию все послевоенное время. Главы администрации сел говорят, что многие не хотят слышать об оплате и даже проявляют агрессию по отношению к контролерам. Но все же, как отмечалось на встрече, эту проблему нужно решать незамедлительно, так как ситуация с каждым годом ухудшается. Ситуация на самом деле очень критическая, ее надо решать. И как Беслан Миронович тоже подчеркивал, очень много ситуаций, когда заходишь к абоненту, они не воспринимают тебя вообще никак. То есть могут и выгнать. Но мы как-то пытаемся избегать всего этого, но и дерутся люди, и оскорбляют, и доходит до чего-то плохого. Очень сложно в этом плане, и я считаю, что главы администрации и все депутаты как-то должны в этом содействовать. По-другому у нас никак не получится эту работу сделать. Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басари отметил, что на сегодняшний день проблема энергоснабжения существует не только в Ачимчирском районе, но и по всей стране. Это связано с тем, что вся техника давно устарела. Если бы население платило за электроэнергию, у «Черноморэнерго» была бы возможность восстановить линии электропередачи, приобрести новые трансформаторы. При этом Аслан Басари отметил, что только совместная работа в этом направлении даст существенные результаты. Беслан Миронович вам перечислял все то хозяйство, которое есть только на территории Ачимчирского района. Это всего лишь на территории Ачимчирского района. Вы представляете, да, у нас какое количество районов и какое количество опор, линии электропередач различного класса напряжения. Есть высокая линия, есть низкая линия, есть магистральные еще линии. У нас там постоянно происходят обрывы. Вот в зимний период часто бывает, что у нас отключения какие-то, аварии происходят. Почему они происходят? Они происходят потому, что основная часть всего оборудования у нас уже по износу стоит и установлена более 50 лет. И это фактически не меняется. Для того, чтобы заменить все, что у нас есть в Абхазии, ну, чтобы понимание было, порядок цифр, нужно порядка 50-60 миллиардов рублей. В Ачимчирском районе есть села, жители которых в этом году и вовсе не платили за электричество. Задолженность по Ачимчирскому району достигает 120 миллионов рублей, 115 из которых – это долги местного населения. Аслан Басария подчеркнул, что пока население не начнет исправно платить за электроэнергию, люди не вправе требовать бесперебойной подачи электроэнергии. При этом цена даже самого маленького трансформатора стоит более 100 тысяч. Для вашего понимания, для того, чтобы построить линию приблизительно в 1,5-2 километра и установить трансформатор с КТПНом, приблизительно обходится в районе 2 миллионов рублей. Это только на одном маленьком участке, где, предположим, есть порядка 20-30 абонентов. Если мы друг другу помогать не будем, нам не на что это делать. Физически не на что это делать. Почему, когда речь идет об электроэнергии, все говорят о том, что это должно быть бесплатно. Вот из-за чего. Глава администрации Ачимчирского района Хрипс Джопо сообщил, что совсем недавно в районе была создана энергетическая комиссия, которая будет заниматься вопросами задолженности населения по электроэнергии. Также он дал поручение всем главам сельских администраций еще раз предупредить жителей о необходимости оплаты электроэнергии. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.
3 по 7 октября в Абхазии пройдут третьи международные иналыповские чтения. Сегодня в Сухуми состоялось заседание Организационного комитета по проведению научной конференции, посвященной выдающемуся абхазскому ученому, историку, этнографу, автору фундаментальных исследований культуры и быта абхазов Шалви Денисовичу Иналыпа. Амра Амичба расскажет подробнее о планируемых мероприятиях. Труды Шалвы Денисовича Иналыпа давно стали достоянием мировой научной мысли. На его монографические исследования ссылаются крупные специалисты и за пределами республики, сказал, открывая заседание по организации иналыповских чтений, советник президента Владимир Зонтария. Это настоящие, глубокие во всех отношениях исследования. Просто бесценные труды он оставил. Я думаю, что он в целом в газоведческой науке занимает очень высокую, очень достойную, большую нишу. На заседании обсуждался план предстоящих мероприятий с тем, чтобы иналыповские чтения прошли на должном высоком уровне. Ученый Сослан Салакай сообщил, что ожидается большое представительство научных кругов. Уже 65 ученых изъявили желание участвовать в международной конференции. Он также рассказал, что готовится к изданию сборник докладов вторых иналыповских чтений, прошедших 5 лет назад. Ректор Агуалику Гварами заметил, что студенты исторического и филологического факультетов собираются провести научную конференцию к столетию Шалвы Иналыпа. Касаясь научного наследия выдающегося ученого, Олег Гварами подчеркнул, что в трудах Шалвы Иналыпа преобладала аналитика. Ведь найти в архивах фактологический материал не так сложно, как вынести о документах аналитическое суждение. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа внес предложение о проведении иналыповских чтений раз в 3 года и об издании большого сборника трудов абхазского ученого. Дочь Шалвы Иналыпа Арда поблагодарила руководство страны за организацию третьих международных иналыповских чтений. Я думаю, было бы очень хорошо, я буду очень благодарна, если студенческая конференция будет, потому что мне на самом деле хочется, чтобы его память не просто вот как бы в застольях и пышных каких-то мероприятиях, а действительно, чтобы научная мысль жила, чтобы были дискуссии именно научные, чтобы изучались труды и новые тоже представлялись бы на этих конференциях. Арда Иналыпа напомнила, что после смерти ученого распоряжением первого президента Владислава Арзенба было решено присвоить имя Шалвы Иналыпа улице, школе и поставить памятник. Однако до сих пор выполнено одно из решений. Сухумской улице присвоено имя Шалвы Денисовича Иналыпа. Амрамичба Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Администрация столицы продолжает принимать заявления на возмещение ущерба от прошедшего наводнения в середине лета. Уже больше 700 человек воспользовались этим правом. В администрации города объяснили, как и когда будет оказана помощь и какие работы проводятся для предотвращения подобных ситуаций. Сима Аргон продолжит тему. В столичной администрации создана специальная комиссия по оценке ущерба, нанесенного стихией. Прошедший в начале августа ливень обрушил на Сухум огромные потоки дождевой воды, в результате чего разлившиеся реки подтопили несколько сотен домов и приусадебных участков. По официальным данным, от стихийного бедствия пострадали 960 хозяйств. По словам заместителя главы столичной администрации Леона Кварча, на данный момент от граждан подано 700 заявлений. По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный городской инфраструктуре, оценивается в 440 миллионов рублей. На ее восстановление уже потрачено порядка 11 миллионов. Размер ущерба частным хозяйствам подсчитывается. Силами городской администрации были ликвидированы наиболее острые участки, которые, ну, которые пострадали во время стихийного бедствия. Это частный сектор? Что не частный, я имею в виду городскую инфраструктуру. В первую очередь городская инфраструктура. Вот те затраты, которые понесла администрация по устранению последствий стихийного бедствия, они превышают 11 миллионов рублей. Помимо этого, самой городской инфраструктуре имеется в виду автодорожная сеть, инженерная инфраструктура. По предварительным нашим оценкам, безусловно, для этого необходимо будет в дальнейшем составлять соответствующую сметную документацию, но по предварительным нашим оценкам, по расчетам, нанесен ущерб более 440 миллионов рублей. Комиссия по оценке ущерба, нанесенного стихией частным домовладениям и объектам инфраструктуры, сформированная в администрации Сухума, совершает обход хозяйств и составляет списки пострадавших. После приема заявления от граждан и обследования наиболее пострадавших домов и дворов материалы будут переданы в кабинет министров. И уже правительство будет решать, в каком объеме будет оказана материальная помощь жителям. Те жители, которые пострадали, они пишут заявление,
о том, какой ущерб им нанесен. Затем в дальнейшем эти заявления обрабатываются. На место будут выезжать специалисты, и выезжают сейчас специалисты домоуправления, из администрации суда, то есть те специалисты, которые находятся в составе комиссии. Ни одно заявление, оно не останется без внимания. Комиссия будет изучать, обрабатывать и оценивать те материалы, которые получены. И в дальнейшем они будут обрабатываться уже на республиканском уровне после того, как мы передадим эти материалы в кабинет министров. Сейчас уровень воды в реках в норме, но при сильном дожде ситуация может повториться. Коммунальные службы ведут работы по очистке русла рек, и много уже сделано. Но для предотвращения повторного наводнения необходимо проделать еще большую работу. Это углубление и очистка русла рек в наиболее опасных участках и очистка ливневых канализаций. Решить проблему можно только совместными усилиями, говорит Кварчия. Сразу после стихии была проведена совместно с Абхазберегозащитой работа по очистке русла реки и углублению, расширению, которое впадает в Маякское озеро, потому что там тоже подтопляло людей. Вот это то, что мы смогли в оперативном режиме сделать. Но на дальнейшее, для того, чтобы делать это не хаотично, а подходить к этому системно, вот то, о чем я вам говорил, значит, необходимо провести соответствующие проектно-изыскательские работы, изучить все русла рек, которые у нас есть в городе, для того, чтобы понять наиболее проблемные участки, понять характер и объем работ. Это достаточно трудоемкая задача. Я вот еще раз говорю, нам нужно ее решать совместно с республиканскими властями и, скорее всего, с предпринимательским сообществом, да, для того, чтобы они нам оказали посильную помощь. В администрации столицы просят жителей пострадавших районов города с пониманием отнестись к ситуации и обещают, что в ближайшее время будут определены источники финансирования. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Вот уже второй год в Абхазии проходит обзорная дегустация мировых вин. Дегустацию провел известный российский винный критик, соучредитель и постоянный ведущий крупнейшего дегустационного винного клуба России, преподаватель школы сомелье Сергей Александров. Репортаж Ренаты Шакая. Привить дегустационную культуру в Абхазии – основная цель организации мероприятия. Ведь дегустация – это составная часть определенного стиля жизни, и она может служить показателем культуры. Причем не только отдельного человека, но и общества в целом. Мы хотим показать, что делают на базе аборигенных сортов винограда вообще в мире. И самые популярные, из чего делают дома, можно найти у кого-то вино, кто делает – это качич. В небольших партиях амлаху, ахбаш – тоже все небольшие партии. Дегустация, иначе говоря, отведывание вин издавна считается элементом цивилизации во многих странах. Теперь эта культура, можно сказать, начала распространяться и в Абхазии. Уже во второй раз по приглашению совладельца компании «Вина и вода Абхазии» Баграта Авицба в Новом Афоне проводится обзорная дегустация для ознакомления с винами разных стран и регионов. Именно с этой целью Абхазию вновь посетил соучредитель и постоянный ведущий крупнейшего дегустационного винного клуба в России 750 миллилитров, преподаватель школы сомелье и нотрия Сергей Александров. Сегодня и завтра, два вечера, мы будем разговаривать об автохтонных сортах. То есть это те сорта, которые растут очень компактно, в очень небольших каких-то зонах и сильно не распространены по миру. Это очень интересная тема. Она очень интересная тем, что сегодня такие сорта находятся как бы вот в мировом тренде. Все страны пытаются делать те сорта, которых больше ни у кого нет. И с этой точки зрения, допустим, Абхазия – это очень интересный регион. И в Абхазии тоже есть свои автохтонные сорта, которые, к сожалению, пока мало известны и с ними не очень много работают. Порции на дегустациях вин примерно 50 миллилитров. В общей сложности одна бутылка вина разливается на 18 человек. Не специалисты о вине могут сказать одно – понравилось оно им или нет. На дегустации же обсуждают параметры вина, какие применены технологические приемы при его производстве. Следовательно, оценивается внешний аромат, вид, вкус вина и его текстура. Он не выдающийся образец, понятно, да? Но и вместе с тем это питкое, хорошее вино. И здорово сделано. Но оно хорошо. Вот виноделы поработали, здесь видно хорошее. И о том, что вы говорите, о том, что здесь вот присутствует молочные бактерии, да, это здорово. Отсюда вот эти пузырьки, и то, и другое, там все. Ну, хороший образец.
Во время первого пребывания российского сомелье в Абхазии ему показали местные виноградники и винзаводы. Подробно рассказали о традициях виноделия в нашей стране. Сергей Александров – специалист по управлению процессами в винной торговле и ресторанном бизнесе. К его мнению и оценке прислушиваются потребители. Винный критик заметил, что в Абхазии очень бережно относятся к традициям, сохраняют и возрождают автохтонные сорта винограда. Рената Шакай, Беслан Джинжоли, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен кратковременный слабый дождь. Днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-20, днем плюс 28-30 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.